Лишних пунктов в правилах нет, так говорят сотрудники ГИБДД. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в интернет. Видео с авариями предостаточно. При внимательном просмотре становится понятно, ДТП можно было бы избежать, если его участники руководствовались правилами и элементарным здравым смыслом. Очередная подборка наглядных доказательств тому далее. Дождь, плохая видимость и небрежность за рулем сделали свое дело. На что понадеялся водитель белой иномарки, на свое зрение, реакцию или хорошие тормоза с резиной неизвестно. Однако надеялся зря. В результате виновнику ДТП на улице Академической областного центра предстоит долгий и дорогой ремонт машины. А вот водителю этого авто ничто не мешало выбрать правильную дистанцию, однако не угадал. Пришлось уходить влево и ушел бы, не попытайся Toyota попасть на съезд с Академического моста вторым левым рядом. В результате, скорее всего, виноватыми окажутся оба участника аварии. Этот житель Усть-Кута нарушил вообще все, что возможно. Если выезжать с моста по встречному ряду со скоростью под 100, сложно не попасть в ДТП. Что и получилось. На повороте лихач не справился с управлением. Кстати, рядом находится остановка общественного транспорта. Никто не пострадал, только по случайности. И в заключение стоит напомнить, в экстремальной ситуации водителю необходимо в среднем 2 секунды на принятие решения. Исходя из этого, автомобилист и должен выбирать безопасный режим. Это правило. Ну а если вы стали свидетелями нарушений на дорогах, присылайте нам свои видео.